«Детская рапсодия». В зале Дворца культуры Черкесска впервые звучала музыка первого профессионального композитора Адыгеи, народного артиста России, лауреата премии имени Шостаковича Аслана Нихая. Его имя в родной республике известно каждому. Любят музыку композитора и в Карачаево-Черкесии. Большинство сочинений Аслана Нихая заложили фундамент развития жанров национальной музыки и вошли в сокровищницу духовных ценностей адыгского народа. Поэтому не случайно свое выступление Государственный симфонический оркестр из Адыгеи начал с исполнения великолепной музыки мастера. В ней слышатся народные мотивы, которые сегодня находят отзвук в душе каждого адыга. Когда дирижеру Каплану Сташу предложили выбрать для своей программы композитора из Адыгеи, он без раздумий сделал свой выбор. Я играю композитора из Адыгеи Аслан Нихай. А почему ваш выбор? Знаете, вообще, в принципе, моя деятельность очень тесно с ним связана, потому что в 2018 году я сыграл премьеру его оперы «Раскат далекого грома», а в 2019 году мы ездили с турне по России и приезжали в том числе в Черкесск и играли эту оперу, так что... Ну, в принципе, мы с ним так тесно связаны, и он первый профессиональный композитор Адыгеи. Концерт Государственного симфонического оркестра дал старт перекрестным дням культуры в нашей республике, приуроченных к столетию со дня образования Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Между министерствами культуры была заключена договоренность о сотрудничестве, и нынешний визит симфонического оркестра – результат проделанной работы. Уже в апреле камерный оркестр из нашей республики отправится в Адыгею с ответным концертом. У жителей соседней республики появится возможность познакомиться с творчеством композиторов Карачаево-Черкесии. В течение года у нас будет несколько разных форматов. Вслед за симфоническими оркестрами поедут и вокальные коллективы, и хореографические. Уже сейчас мы выстраиваем плотный гастрольный график. Но что важно отметить, в рамках столетия такие визиты будут не только по соседям по Северному Кавказу. Запланированы гастроли в Центральной России, в Москве. Сейчас обсуждаем вопрос ближайшего зарубежья. Для нас важно в год столетия показать все, что мы смогли за эти годы накопить. И, конечно же, очень важно показывать это и в нашей республике. Поэтому программа в рамках столетия будет очень обширной. И что особенно важно, такие концерты будут не только в Черкесске, но и в двух наших крупных городах, а также в районных центрах, где есть большие отремонтированные дома культуры. Надо наполнять наши дома культуры новыми форматами. Над этим будут работать и наши республиканские коллективы, у которых сейчас очень серьезный гастрольный график. Заработала программа «Пушкинская карта», которая позволяет ребятам, молодежи на государственные деньги покупать билеты. Все это позволяет нам сейчас, когда коронавирус отступает, активнее начинать культурную работу. На концерте услышали зрители и арию из оперы «Раскаты грома», написанную по мотивам книги Исхака Машбаши «Бзеюкская битва», в которой рассказывается о борьбе восставших крестьян-шапсугов против бжедукских дворян, желавших установить над ними крепостное право. С одной стороны, в сюжетной линии прослеживается трагедия народа, когда братья по крови противостоят друг другу. С другой – представлена красивая история любви. Арию из оперы исполнил артист Государственной филармонии Адыгеи Руслан Зыбов, подаривший зрителям в этот вечер немало трепетных минут. Как странно видеть кровь свою и боли нет. Она уходит. Так вот в чем смысл всей жизни был моим сохранить под небом ясным. Так как же Yeah.
Впервые в исполнении оркестра прозвучала и вариация на тему «Уч». В передаче «Традиции народа» неотъемлемой частью является хореография. Праздничный адыгский парный танец о согласии и взаимной симпатии наряду с осетинским симт и карачаевским абезек – единственный, где юноша и девушка могут прикоснуться друг к другу и незаметным пожатием руки выразить свои чувства. В исполнении симфонического оркестра прозвучала и музыка композитора из Карачаева-Черкесии Аслана Готова. Сын знаменитого певца Хусина Готова получил широкую известность как основатель и художественный руководитель популярной группы «Оштен», неоднократно становившийся лауреатом эстрадно-джазовых фестивалей и конкурсов. Аслан Готов работал в концертном театре имени Силантьева, писал музыку для театров Москвы и Адыгеи. В настоящее время композитор проживает в Канаде, но продолжает поддерживать связь с родиной посредством своего творчества. Он организовывает проекты с артистами Карачаева-Черкесии и Адыгеи, пишет музыку для спектаклей Национального театра. В зале прозвучала его композиция под названием «Фантазии» на тему песен Умара Хабисимова. Зрители насладились любимыми ими мотивами. Концерт посвящен столетию образования Республики Адыгея. К тому же в этом же году столетие образования Карачаева-Черкесии. В этом же году столетие образования Кабардино-Балкарии. Так что как бы в рамках вот этих вот довольно значимых событий в жизни республик наших, мы вот решили сделать такую серию концертов. Мы вот это начинаем с Черкесска, это первый концерт, потом намечается Ставрополь, потом Элиста, потом Нальчик. В общем, вот такие у нас планы. Почему мы выбрали именно этих композиторов? Во-первых, это представители республик, которые отмечают в этом году столетие, как я сказал. И из тех, которые у нас, это, конечно, не последние композиторы, как бы, из тех, кто есть, мы старались отобрать самое лучшее. Для меня, у меня вызывает чувство чего-то прекрасного, когда музыка написана для души, когда есть отзвук в душе. Знаете, многие говорят то, что я вот не понимаю музыку, музыку не нужно понимать. Это не математика, ее нельзя рассчитать. Музыка написана для того, чтобы вызывать определенные чувства. Чувства, которые бы касались души. Вот если душа созвучно отзывается на музыку, вот для этого она и нужна. А то, что композиторы опираются в основе своего композиторского создания произведения, они опираются на национальную музыку, конечно. Народ, как говорят, народ создает музыку, а композиторы только аранжируют. Такая вот мудрость. Песни, прозвучавшие на концерте, уже считаются практически народными. А все благодаря таланту композитора-песенника, народного артиста РСФСР Умара Хабисимова. Он написал около 600 песен, которые исполняются не только на Кавказе, но и в Турции, Сирии, Иордании, Израиле. Его песни задушевны и мелодичны. Большинство из них о родной земле, о любимых сердцу людях. Птицы пасут на утро, на ножку кабуса, шигуры разные таша, вот закатится шаша, на носу на.
Благодарная публика Карачаева-Черкесии, ценящая классическую народную музыку, по достоинству оценила подарок, приуроченный столетию со дня образования обеих республик.